На провода собрался на сутки в Ейск домой. Домой. Отцу положить цветы на могилу. Просто домой. На сутки. Но это сутки надо до этого брать и после этого. Отпуск надо брать, потому что ехать на автобусе это 5 часов. То не получилось. Очередной перформанс. Какие-то соревнования. Не знаю, может быть, через неделю. Ну, понимаете, даже на каникулах невозможно вырваться с работы на 2-3 дня. Постоянно какие-то непонятности. А может, Бог не пустил на сутки, чтобы вернуть обратно? Кто знает, кто знает. У меня только за вчерашний день 5 толчков. Домой надо.